Земля, а это ее спутник. Луна. Это солнышко. Луна все время движется вокруг Земли. Но если она чуть-чуть показалась, то видно только месяц. Когда она полная, то мы видим полную Луну. А когда она совсем спряталась, то не видно Луну. То этот круг она делает примерно за месяц. Есть дни, когда мы видим маленькую Луну, есть дни, когда мы видим полную Луну, а есть дни, когда мы не видим ее совсем.